Привет, дорогой друг! Ты попал на канал Березки, меня зовут Алина. Не знаю, залетел ты ко мне в первый раз или смотришь мои видео постоянно, но я буду очень признательна, если ты подпишешься на канал. Но чтобы быть в курсе всех предстоящих трансляций, переходи в наш телеграм-канал. А если ты хочешь вместе с нами смотреть сериалы, фильмы и многое другое, переходи в наш Дискорд. И самое главное, если у тебя есть что-то интересное, что можно послушать или посмотреть, переходи по ссылочкам в описании. Да, и чуть не забыла. После просмотра этого ролика не забудь оставить комментарий. Приятного просмотра! Путь на небеса пролегал сквозь преисподнюю и фашистов рой. К нашей победе судьбой, это был смертный бой. Мы готовились к этому дню, были в первых рядах, когда сотни солдат погибали на наших глазах. В этот день, как волна, мы нахлынули к ним, они выплатили нам сполна. После нашей атаки их берег в тот день был весь в объятиях огня. Наша победа, смерть для врага. Путь на небеса пролегал сквозь преисподнюю и фашистов рой. К нашей победе улыхал июнь, и для западной Европы наступил день Б. Огонь лился над головой, и от пуль перепахан песок. Приказ был простой: убей или умри. Мы шли в бой с этой мыслью внутри. У всего есть цена, наша воля сильна. Мы сражались с опасным врагом. Мы шли против крестов с верой в завтрашний день и мечтали увидеть свой дом. В этом аду топали войска. Наша победа, смерть для врага. Будто небеса пролегал сквозь преисподнюю и фашистов рой. К нашей победе глухал июнь, и для западной Европы наступил день Б. Подписывайся на наш канал.
Ну, так как мы уже насмотрелись, да, и наслушались, и не только наслушались, а насмотрелись его, грубо говоря, какого он на сегодняшний день, и, в принципе, есть чем сравнить, тем более сравнить с треками его. Нет, это хорошо, что как бы, ну, начинал, начал как бы дальше так развиваться, и как бы идет все вперед. Это очень круто, он говорю, я восхищаюсь, он молодец. Он и играет на разных инструментах, поет, еще так мощно поет, и все пишет. Это очень круто. Но когда сейчас здесь смотришь, он как будто какой-то мальчишка такой, немножечко не состыковывается. Его вот это звучание вот этим рычащим низким голосом, да, и вот смотришь на него, такой какой-то, не знаю, как будто девятиклассник. Ну, это одно, да? Вот. Но второе, да, что я заметила, вот, вот сколько мы уже каверов именно его на треке Сабатона слушаем, ну, тут опять же, как бы, не... Он красавчик, да, что это переводит все равно на, ну, и на русский язык, на русский лад. Ну, как бы, не знаю, насколько, я просто оригинал-то не слышала, да, как бы точь-в-точь там или чуть меняется здесь аранжировка. Вот, но я думаю, что очень близко к оригиналу. И я к тому... Офигеть, больше 11 миллионов просмотров. О, тут, конечно, круто. Он, вот, и просто сами, вот мне кажется, сами треки именно группы Сабатона, они очень, ну, такие вот, на своего слушателя, на любителя, так вот, мне как бы, если, опять же, если сравнить его, вот, авторские его треки, альбомы, да, и каверы именно Сабатона, ну, как бы, даже не то, что каверы, просто треки Сабатона и его, конечно, метапа, вот, треки Тапа, конечно, намного ближе, больше отзываются именно музыкально. Ну, в первую очередь музыкально, как бы, потому что я с этой точки зрения в первую очередь воспринимаю. Вот здесь как-то это... Ну, своеобразные у них треки, что еще сказать, не знаю. Как бы вот... Кому нравится, кому нет. Наверное, вот так кратко, если подведя. Вот. Ну, я просто... Опять же, я не знаю, как оригинал звучит, но я думаю, что близко, близко по смыслу и по звучанию.